Наигравшись с детьми в детском саду в Коннектикуте и показав, как Джо Байден заботится о детях, чтобы заполучить очередные триллионы, чего только для этого не сделаешь. Джо Байден, вернувшись в Вашингтон на огромном самолете, вот кто реально заботится о климате, заявил журналистам, что Министерство юстиции США должно привлечь к ответственности лиц, вызванных в суд специальным комитетом Конгресса, расследовавшим события в Капитолии 6 января, но которые отказываются давать показания. «Я надеюсь, что комитет последует за ними и привлечет их к ответственности», сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме о тех, кто игнорирует повестку в суд, выданную специальным комитетом Палаты представителей США по расследованию. На вопрос, считает ли он, что Министерство юстиции должно преследовать в судебном порядке тех, кто игнорирует повестки, Байден ответил: «Конечно, да». В четверг комитет заявил, что созовет во вторник рабочее совещание, чтобы проголосовать за принятие отчета о неуважении к Стиву Беннону, бывшему советнику президента Дональда Трампа. В нем говорилось, что Беннон отказался сотрудничать с политически репрессивным расследованием, решение которого уже заранее понятно.